Какой подарок получила от королевы Елизаветы Меган Маркл? Кому посвятили мемориал с красными маками в США и где устроили новый показ коллекции? Об этом и не только. Далее в нашем обзоре. Вулкан Килауэа начал извергаться с новой силой. Поток лавы уничтожил более 80 жилых домов в округе Лейлани Эстейтс, а также разрушил крупные автомагистрали. Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором предупредил о возможной опасности. Соседние острова также начали покрываться большими трещинами. Более 1000 местных жителей вынуждены эвакуироваться из зоны стихийного бедствия. В Северной Корее начали строительство туристической зоны в Пхеньяне. Государственное телевидение КНДР опубликовало фотографии Ким Чен Ына, прибывшего в район Вонсан, где уже началась активная застройка. Во время визита лидера сопровождали генерал армии и руководитель Генерального политбюро. Таким образом, глава государства хочет привлечь внимание туристов. В память о героях в США открыли мемориал с маками в честь погибших американских солдат. Инсталляция под названием «Мемориал Поппи» установили в Вашингтоне. Огромная стена длиной 40 метров покрыта красными маками. Каждый цветок символизирует человека, отдавшего свою жизнь во время военной службы со времен Первой мировой войны. Новую коллекцию Dior представили в конюшнях усадьбы Шантии, расположенной недалеко от Парижа. Дизайнер модного дома Мария Грация Кюри признается, на создание необычной коллекции ее вдохновили эскарамуза, мексиканские девушки-наездницы. Место для проведения показа тоже выбрали не случайно. Сам Кристиан Диор когда-то называл усадьбу символом французского умения жить. На подиуме девушки позировали в жокейских костюмах и летних платьях. Новоиспеченная супруга принца Гарри Меган Маркл получила в подарок собственный герб. Королева Елизавета II лично одобрила дизайн эмблемы, на которой изображена часть голубого щита, символизирующего Тихий океан у побережья Калифорнии, откуда родом американская актриса. А два золотых луча, пересекающие щит, представляют свет солнца родного штата герцогини. Вторая часть эмблемы с изображением льва – герб самого принца Гарри.